Вот тебе тоже надо найти свой жилет и на рукавнике. Наверное, жилет тебе уже маленький будет. Да, мне нужен новый. На рукавнике возьмешь. И круг. Круг у тебя есть же. Знаю. Смотри, там. О, смотри, какие фиалушки. Ой, косушки с рыбками. О, какая красивая, чистая белая посуда. Можно нарисовать все, что хочешь. 6 900. Мне нравится. Да, я иду. Беленькие, беленькие тарелочки. Нет, еще мы же за продуктами пришли, а это мы просто смотрим, что есть. Интересно же. А, свечки. Да. Смотри, какая маленькая упаковка пластилин. Угу. Маленькая. Маленькая. У тебя пластилина, дочь, хватает. Термос. 128 тысяч. А что ты сейчас? 102 тысячи. А это фильтр сразу, да? Нет, это вообще. За как его? С запаской? С запаской, а с заменой. А еще внутри он где-то таких. Так, фильтры. 104, 189, 150. И вот сразу, что можно менять. Дадюль, зачем тебе щетка? Вот. Ну вот, да, вот. А что, она нам не нужна? Нет. О, смотри, это для губок. Губки сюда ложить, чтобы они на месте лежали. А это крышки? Это просто крышки, да. Вот. Молотки. Да, у нас тоже есть такой молоток. Молоток. А сколько этот молоток у нас? Да, точно. Молодец. По форме. Хорошо. Молодец, что ты запоминаешь, какая у него форма. И ничего. Красивый, да? А тут для разных продуктов. Ого, какая коробка. Бамбуковая. Да. Это вот нарезать. На салатики, на морковчу. Кто делает, тут очень удобно. У нас другая для морковчи. Вот. Да. Красные тряпочки. Для инструментов. Легкий. Угу. Вот так. Да, легкий. Люблю такие тряпочки разные. Очень удобно. О! Викусь, ну зачем тебе вот это надо, малыш? У нас же не настолько много инструментов. Швабры. Угу. Да. Швабры. А что такая веревка? 15. Веревочка, видишь, какая интересная, мягкая. Да. Не возьмем? А, нет, у меня пока нет идей. Тут еще такие маленькие. Ага.
зеленые, черные, красные. Интересно. Ух ты, индийский чай, да? Он что, весь гранулированный? Особо крепкий. Это кентский, индийский и кентский чай. Якобсон. Красиво, да, смотрит. Будет и чай, фруктовый микс. Ну, тяжеленько. А это не тяжелое. Это черное. Ты пьешь чай у вас, да? Сейчас я хлебушек сфотографирую, потом мы с тобой сладости посмотрим, хорошо? А, здесь тоже есть сладости, да? Печеньки песочные. Это миндальные. Миндальные стоят 21 800. Это овсяные у нас. Что у нас еще есть? Пряники. Пряники, пряники, пряники. У нас еще есть пряники. Викусь, ну не надо, ну пожалуйста. Вика тут заботится, чтобы мы без кофе не остались. Так, зеленый чай. Листовой. Отборный. Ну, надо попробовать такой. Так, такой возьмем еще какой. Викусь! Вика. Да, Паулик, спасибо, спасибо. Поменьше, поменьше 50. А выйдет такой красивый вишневый сироп. Я не думаю, что это натуральный. Тем более в пластмассовую. Ну, вот что-то сироп. У нас виноградный делают сироп. Долго хранится. Мед. Вообще такая маленькая-маленькая баночка меда. Смотри, что там изменилось в корзине. Смотри, какая маленькая баночка меда. Аккуратненько, аккуратненько. А меду мы не купим? Для кого? Для Вишули. Нет, не купим. А я скажу ему. Ой. Я скажу ему. Вон, смотри, какая бочка меда. Вон. Это? Нет, ниже. Вот бочка меда. Это не бочка. Это... Осторожно. Там тоже мед. Он стоит 204. Вот, оказывается. Вот она. Попробовать, не попробовать. Попробовать. Виктория, какая ты у нас решительная. Ты же не очень любишь. Что не люблю? А она вместе подсолнечная и арахисовая. Да. И почему, блин, ты еще не попробовала, уже выводы делаешь? Эту пачку или эту? Нет. В следующий раз что-то сегодня не очень хочется сладкого. А? Едем, осторожно, осторожно, там корзина не врежься. О, какие-то новые интересные печенюшки. Гералд. Посмотрите, ребята. Печенье. Подожди, дочь. Подожди, вот смотри, какие-то новые печенья. А тут еще апельсины есть. Да, вот я читаю. Со вкусом апельсина.
вафельки с шоколадом. Пожалуйста. О, печенье вот эти были вкусные, Мария. Сейчас не знаю, какие они вкусные, не вкусные. Ну, вот, когда только появились, были очень вкусные. Тоже с Казахстана, оказывается, они. Трубочки тоже с Казахстана. Почем они? 19 400. Такие вот печеньки появились. Интересно. Больше всего пражского. Пражский крем-брюле. Красиво. Наполеон. Основат. О, 19 500. В маленьких упаковочках. У нас есть дочь дома, у нас есть. Я просто для зрителей. Эй, подожди, ну-ка. Желтый каракар. Лица. Вот эту не пробовали. Кокосовая стружка, сахарная стружка. Кисели. Сегодня хулиганистое настроение. Ложи, ложи на место. А что это? Это такой желатин. Зачем он? Желатин? Он загущает фрукты. На тушенку говядина с нахахом. Вот. Почем она? По 29. Еще такая же, только с гречкой есть. Вот, гречка. Она почем? Тоже. Так, Вика там что-то принесла. Ой, какая тяжелая. Вот и говорю, какая-то старина, папа. А, это ж плотная ассорти, дочь. Тут просто внутри, тут внутри несколько консервов. Спасибо, дочь, на место можешь отнести. Выглядит, конечно, три. Молоко взяли, пойдем. Еще фрукты посмотрим. Угу. Скорее, давай печь хочу. Что у нас здесь? Морковочка. Морковка по 7 000. Картошечка. Набрать что ли не столько. Сейчас буду набирать картошку. Выбирать 8 000. Инжирный персик по 53, абрикос 33 500, персики 45, абрикос 42, 46. Что за цены? Очень дорого. Черешня желтая по 21, такая по 65.
Шпанка по 12,6. Это шпанка? Нет, это айфон, по-моему. Груши. Груши, оказывается, груши. Черная смородина. Малина, смородина. Яблоки. Яблоки, яблоки. Авокадо уже по 39. Такой небольшой. 20 тысяч получается.